Всем добрый день, дорогие друзья! Вы на канале многодетной семьи Тарантино. Сегодня у нас будет видео вопрос-ответ. Давно уже не было. Некоторые спрашивают: Настя, а ты будешь такие видео делать еще или нет? Да, ребята, буду. Как вопросы подкапливаются, так сразу делаю такое видео. Ну что, приступаем к вопросам. Так, первый вопрос. Катя носит корсет? Да, Катя иногда его одевает, но не всегда. Так. Вы вызывали врача, когда Ваня заболел? Да, мы вызывали врача и ездили несколько раз в больницу. Поэтому не переживайте, самолечением я не занималась. Есть ли в городе логопед? Ну, вот я как бы нашла, говорят, что есть. Вот позвоню, узнаю точно, проконсультируюсь с ними. Так, Егор и Света, исправить картавость. У них, может быть, как мне еще объяснили, может быть, этот... перегородка между язычком и мёбой подрезать надо. Может, из-за этого они так разговаривают. Ну, посмотрим. Сходим и к зубному свожу, посмотрят они их. И мы хотим как бы к зубному идти, чтобы лет... Сейчас вот каникулы начнутся, и пойдем зубы лечить им. Куда улетают комментарии? Ребят, не знаю, мне уже не первый раз вы пишете, что комментарии куда-то пропадают. Но я честно говорю, я комментарии не удаляла. Я в последнее время, у меня времени-то нет зайти, чтобы прочитать комментарии, а вы говорите удалить. Не знаю, куда комментарии удаляются. Какое пособие вы получаете на детей? Так, ну, в первую очередь, детские по 200 с чем-то рублей, по-моему. Потом дорожные получаем. И субсидия на квартплату. По 303 рубля субсидии, 399 дорожные на учеников. Но вот сейчас будет на пятерых платить, так как Оксанину справку сдала. Дальше, что я получаю? Еще от 3 до 7 лет. И все. Какой подарок получила Катя? Много раз уже на это отвечала. Но она получила наушники, ну и кучу всякого такого. От меня она просила наушники, я ей подарила наушники. Когда будет челлендж, что был в посылке? Дети его уже раскрыли, этот челлендж. Они не дотерпели до челленджа, они его раскрыли, и почти в этот же день они его раскрыли, и все, попробовали уже. Поэтому уже смысла нет челлендж делать такой. А где теперь будет стоять клетка со свинкой? И горшок. Ну, клетка со свинкой сейчас стоит у Егорки в комнате. Лопуська там. Горшок также стоит на месте, где и стоял. Почему слив для раковины не протянуть в слив от машинки? Ну, не захотел муж. Вы что, хотите, чтобы я сама это начала под домом лазить, все везде сама делать? Да это уже совсем получится идиотизм полный. Если он не хочет, я его никак не могу заставить. Мы с ним ругались насчет этого слива. Он сказал, иди копай яму, я тебе сделаю слив. Почему я должна все делать? Блин, как я хочу уже переехать в какую-нибудь квартиру, где не надо вот эти вот сливы копать, чтобы была горячая вода, чтобы была ванна спокойно помыться, не пришлось топить бы вот эту вот баню. Ой. Настя, на коробке написано смеситель. Я знаю, ребята, плинтуса будет, да. Это коммент... Вопрос еще старенький, поэтому если где-то что-то... Плинтуса мы везде будем делать. На коридор я пока еще не покупала. Плинтус буду вот скоро покупать уже. Почему обои не подгоняли по рисунку? Мы старались как могли, но я с ребенком клеила, поэтому как получилось. Главное, чистенько. И хорошо. Покажи обои, что будет в коридоре. Да, сегодня засниму. Видео выйдет это завтра. Поэтому увидите. Я вас спрошу еще, какие мне обои нужны будут. Подгонять хочу. Вот верх одного цвета, низ другого цвета. И вот мне на по сочетанию подобрать, какие у меня есть обои, я вам все покажу. Уши будете прокалывать Свете? Да, буду Свете прокалывать и Кате. Остальные девочки тоже хотят проколоть. Ну, вот пока никто не говорил, что бы они хотели проколоть. Что вы сшили из лоскутов? Разве вы заказывали еще васильки? Ну, постараюсь как-нибудь видео про это создать, но не сейчас пока. Следующую посылку закажите для Маши. Для Маши уже едет посылка. Кому достались носки, можно приставать. Свете, Света взяла их себе.
Вам Василек бесплатно высылает посылки? Да, ребята, нам присылают бесплатно на обзор. 15,50. Почему у тебя покрашен один мизинец лаком? Ну, это я уже отвечала. Потому что у меня синяк на пальце. Но вот сейчас я убрала, синяка уже нет, все убрала. Синяк прошел. Не знаю, откуда, видать, где-то что-то или ударялось, или что, но вот прошло. Почему веревка для белья так высоко? Ну, вот так муж сделал. Новая койка двухъярусная? Нет, одноярусная. Какие кружки еще есть, кроме танцев? Ну, то у меня Катя только на танцы записала. Света, она сказала, она не хочет ни на какие кружки ходить. Потому что далеко вечером возвращаются поздно. Мы вот Катю встречаем на автобусе. Вечером половина восьмого, ой, 8 часов встречаем. Уже очень темно на улице, поэтому страшно. Тем более там они идут до автобуса далековато. До остановки, и стоят на остановке вечером. Один ребенок все равно как-то это... Если было бы здесь рядом, раньше у нас ДК здесь было. Сейчас не знаю, есть ДК или нет. Но вот но написать им, спросить будет, нет, вообще кружки открывать. Из-за карантина все закрывали, сейчас там вроде ничего такое не действует. А узнать получше, и сюда бы ходила бы Света. Почему за хлебом не ходят дети? Ну они не хотят, я что, буду их заставлять силком, что ли? Сделайте дежурство по уборке дома. Знаете, это как-то они постоянно все равно будут ругаться, то, что вот почему это я делаю, надо вместе. Мы стараемся вместе все это делать, и чтобы никаких руганий не было. Зачем ездить в город встречать Илью? Просто Илья тогда поехал, он занял на дорогу денег. Потому что у меня тогда на тот момент не было денег. Я его попросила, чтобы он занял у кого-то, он перезанял. Я его тут встретила, чтобы на дорогу дальше денег у него. Только было на Соликамский автобус деньги. А чтобы по городу здесь проехаться, у него денег уже не было. Поэтому мне пришлось его встречать. Дорогу он прекрасно знает. Как с уборкой урожая? Немного собрали. Когда будешь выпускать по 2 видео в день? Выпускаю, стараюсь, но тут опять немножко запарка стала. У меня получилось как? Я написала много видео уже на телефон, да? Выпускала сейчас по 2 видео в день. В один прекрасный день я смонтировала, поставила загружать. У меня Окси взяла телефон, а потом смотрю, у меня все видео пропали. Я там как в шкафчик продукты сложила, все вот это, организацию все показывала. Они у меня пропали. У меня, видать, Оксана что-то на телефоне удалила. Я, конечно, расстроилась, но что теперь делать? Постараюсь нагнать. Мебель еще какую-нибудь планируете покупать? Ну, пока нет. Я планирую откупить линолеум везде и заняться пристроем. Я очень надеюсь, что я за зиму доделаю этот пристрой. Там, потому что немерено еще стройматериала надо и... Хотелось бы побыстрее уже его доделать. Потому что я уже устала. Мы столько лет и в этот пристрой делаем, 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 делаем. Уже даже руки опускаются, уже ничего не хочется делать. Потому что, ну, конца и края этому нет. Мы что, у нас есть немножко денег? Мы 2-3 дощечки купили, потому что на больше у нас не получается. И вот 2-3 дощечки сделали. Ты на танцы собираешься? Ай, чуть не уронила. Так... Чем занимаются дети в выходные и свободное время? Играют, рисуют последнее время, часто много рисуют, да? Некоторые вышивают, в частности, Маша. Алмазки выкладывают. Катя, ты выкладываешь свою алмазку? Нет? Забыла про нее? Нет? А будешь выкладывать? Да, будет выкладывать. Она на канал постарается заснять на рукодельный, да, как ты выкладываешь алмазную мозаику, да? Я редко раскрашиваю, редко. Редко раскрашиваешь? Ну, я, хорошо. Я не люблю раскрашивать. Ну, хорошо, ладно. Так что вот такие вот вопросы были. Надеюсь, на них я ответила. Хотя бы немножко. А так в целом у нас все нормально. Я бы не сказала, что совсем все так прям плохо. Ну, а так, ремонт потихоньку, да, потихоньку продвигается. Сейчас будем потихоньку заниматься коридором.
Многим уже, знаете, надоели, что я постоянно кухню снимаю. Но мне надо делать остатки уже на кухне, чтобы потом передвинуться в другие комнаты, чтобы тут постоянно был уже порядок, чтобы дети знали, где что лежит, организовать все. И потом мы уже с вами передвинемся на другие кухни. Ой, на другие комнаты, то есть. Так что уж придется вам немножко потерпеть. Да, мне надо до конца организовать кухню, чтобы дети знали, где что. И задавали вопрос, а почему постоянно Света с Катей на кухне? Ну, потому что им там нравится. Там спокойно, там ребятишки мелкие, не достают их. Поэтому они перешли туда. Ладно, на вот такие вот вопросы я на ваши ответила. Надеюсь, часть вопросов отвечена будет. Еще вот подкопятся вопросы, обязательно сделаю. Если вам понравилось, пишите новые вопросы под этим видео, чтобы мне было понятно, где мне искать вопросы. Напишите под этим видео, и в следующем видео я постараюсь на них ответить. Ну а сейчас хочу сказать всем, желаю крепкого здоровья, всем желаю всего самого хорошего, ну и всем пока-пока!